нас направление студенческих отрядов проводников – это основополагающее направление, оно очень важное. Это лицо российских студенческих отрядов, потому что летние пассажирские перевозки – это самый массовый этап миграции населения. Наши ребята работают на всех поездах, там, где они, там и российские студенческие отряды. На территории университета путей сообщения проходит всероссийский слет студенческих отрядов проводников. Уже третий год мы проводим его в Новосибирске. К нам приехали 350 участников. В течение двух дней для них проходят разные образовательные, дискуссионные, тематические площадки. Также параллельно проходит школа инструкторов пассажирских вагонов. То есть это те ребята, которые летом 2021 года будут работать в депо разных городов и курировать деятельность наших отрядов в период пассажирских перевозок летнего периода.